Мы хотим напомнить одну цифру. Ее назвал на декабрьском пленуме Центрального комитета партии Никита Сергеевич Хрущев. За последние 10 лет у нас в стране в новые дома переехало 108 миллионов человек. Это почти половина населения Советского Союза. 40 тысяч квадратных метров жилья построено за один только прошлый год в Новгороде. Широкое развитие получило в городе жилищно-кооперативное строительство. Здесь еще только закладывается фундамент будущего здания. А так выглядят первые дома, построенные на кооперативные средства. Что ж, надо отдать должное. Неплохо поработали новгородские строители. И Татьяна Алексеевна Дункевич довольна своим новым жилищем. А здесь уже все новоселы в сборе. В этой квартире живет теперь семья инженера Марка Леонидовича Кострова. С новосельем вас, друзья! Счастья вам и больших успехов в жизни, в труде!